нашего города окутана легендами и мифами, таинственность которых всегда вдохновляла творческую элиту. И творческое задание под названием «Легенды и мифы о Санкт-Петербурге» подготовили воспитанники вокального ансамбля «Веселая компания», руководитель Кузнецова Виктория Вячеславовна. Наш ансамбль очень основательно подготавливался к реализации этого проекта. Они проходили своими силами презентации для младшего состава. Было очень много проведено мероприятий. И сегодняшняя литературная и музыкальная основа была подготовлена совместными усилиями. А еще сегодня прозвучат авторские стихи девочки-пятиклассницы, которая посвятила их Петербургу, Кате Реутовой. Мы начинаем. Сезон белых ночей в Петербурге начинается 25 мая. А к 21 и 22 июня наступает самое светлое время, когда на небе не видны даже самые ярчайшие звезды. Белые ночи – своеобразный символ Санкт-Петербурга. В это время года в городе происходят различные фестивали. В этот период, 27 мая, отмечается день основания города, а в 20-х числах июня проходит праздник выпускников школ «Алые паруса». Белые ночи, ночи, в течение которых естественная освещенность так и не становится слишком низкой, то есть вся ночь состоит лишь из сумерек. По легенде, заяц, спасавшись от наводнения, прыгнул с собой Петру Первому, вышедшему из города. Произошло это на острове, который после этой ситуации получил название «Заячий». Поместили зайчика. Городу уйти разнообразно.
Петербурге более 400 мостов и 2000 улиц, проспектов, переулков и дорог. Сможете ли вы за одну минуту назвать 50 улиц города, только без подготовки и без шпаргалки? 50. Кто знает? Кто может? Проспект Науки, улица Обручевых. Всех радуем, а мы и старый млад храним в тебе любовь.